Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность, но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Эти люди замечают мистические знаки очень просто. Иногда им достаточно посмотреть на циферблат часов или номер едущей рядом машины. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Обычно эти люди светлые, позитивные, добиваются нереальных высот в области философии, психологии, преподавательской деятельности и даже религии. Казалось бы, для владельца этого имени есть все для успеха и достижения целей, но внутреннего стержня или крепкой жизненной позиции как таковой нет. Когда амбиции постоянно спорят с реальными возможностями, то нередко человек пребывает во внутренней трагедии с самим собой. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.